Вчера, весь вечер и всю ночь азербайджанские вооруженные силы вели интенсивный огонь в направлении Кармир-Шука в республике Арцах. Сообщают, что стрельбу вели также в направлении блокпоста миротворцев. Сегодня, 11 марта, в районе 10:20, азербайджанская сторона выпустила две мины 120-миллиметровых минометов по школе села Хнапад Аскеранского района. Бакинский терроризм в действии. Наше мнение, что Азербайджан по заданию Турции прощупывает почву, проверяет, как реагируют, насколько плотно стоят на позициях армянские и русские подразделения. Это началось с так называемых мирных акций в Баку. Азербайджан не демократическая страна, и трудно представить, что акции украинского посольства, антироссийские акции могут быть какими-то случайными или могут быть акциями, которые организовали без отмашки Алиева. Это и то, что творится на границе в Арцахе, на границе с Арменией, история с газом и так далее – все звенья одной цепи. В школах Арцаха объявлены каникулы из-за проблем с отоплением в связи с геноцидом азербайджанских вооруженных сил. Каникулы для первоклассников продлятся до 27 марта включительно. Для учащихся со 2 по 12 классы – до 20 марта включительно. Напомним, что уже несколько дней Арцах лишен газа. Азербайджанцы не позволяют отремонтировать поврежденный газопровод, проходящий по подконтрольной им территории. Военные сборы резервистов пройдут в Армении с 15 апреля по 15 июня. По решению правительства к ним привлекут военнослужащих запаса, они будут нести также боевые дежурства. Цель сборов – повышение уровня боевой профессиональной подготовки, пополнение рядов вооруженных сил. Программа «Айгорц», организуемая Офисом Главного Уполномоченного по делам диаспоры Республики Армения, приглашает армянских специалистов диаспоры приехать и поработать в государственной системе Армении в течение года. Для получения более подробной информации посетите страницу «Айгорц» во вкладке «Программы». В разделе «Заявка» вы сможете заполнить онлайн-заявку. Заявки принимаются до 30 апреля. С 10 по 14 марта этого года в выставочном конференц-зале Дохи состоится 9-я международная сельскохозяйственная выставка «Агритек» и 2-я экологическая выставка «Энвитек», которые пройдут совместно под патронажем премьер-министра и министра внутренних дел Катара. Данная выставка является одной из ведущих региональных и международных площадок для обмена опытом в области сельского хозяйства. В выставке принимает участие и Армения с отдельным павильоном. Армянская компания EVEN специализируется на разработке технологий зарядки электроавтомобилей и производстве зарядных станций. Учредитель компании Репсиме Горгян и директор Акоп Горгян рассказали о деятельности организации, текущих работах и планах. Станции компании уже запущены в Армении, комплектующие и вспомогательное оборудование частично используются из других стран, в том числе США и Китая. Частично производится на месте, а весь производственный процесс станций организован в Армении. Акоп Горгян отметил, что компания производит различные типы зарядных станций. Цель компании – организовать производство, при котором все комплектующие можно будет производить на месте, с инженерными решениями местных специалистов, с армянским программным обеспечением, создавать зарядные сети. Компания также планирует расширять производство с перспективой экспорта годовой продукции в другие страны. По проблеме зерна в Армении. Годовая потребность Армении в пшенице составляет 450 тысяч тонн. В 2021 году в Армении было произведено 149,6 тысяч тонн зерна. В 2020 году этот показатель составил почти 242 тысячи тонн. При грамотной политике и обработке имеющихся земель уровень самообеспеченности пшеницей можно довести минимум до 80%. Сейчас пшеница импортируется в основном из России – 89% в 2019 году и 99% в 2020 году. Сейчас в связи с текущей ситуацией Россия ввела временный запрет на экспорт в третьи страны зерна – до 31 августа. К сожалению, посевная площадь зерновых в Армении на сегодня очень маленькая. Но напоминаем, что по разным данным до 50% пахотных земель Армении не используется, а значит есть возможность увеличить посевные площади. Обращаемся к российским зрителям нашего канала. В связи с последними событиями напоминаем, где можно зарегистрироваться и смотреть все видео Айк-Медиа нашим российским зрителям в интернете. Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, Яндекс.Дзен, Рутюб. А также, скачав приложение Радио Айк, вы сможете слушать новости Армении и Арцаха. Смотрите нас там, где вам удобнее. Оставайтесь с нами. А мы будем работать еще лучше, чтобы вы всегда оставались на армянской волне вместе с Айк-Медиа.
Село Норагюх является одной из крупнейших общин Арцаха. Сегодня наша съемочная группа в селе, чтобы показать прелестные уголки Норагюха. Благодаря близкому расположению к столице, Норагюх отличается своим активным образом жизни. В основном жители занимаются сельским хозяйством, а именно садоводством, животноводством, а также тепличной промышленностью, что особенно популярно и развито в селе. После войны здесь поселилось много семей переселенцев, и по этому поводу в селе ведутся активные строительные работы. Многие улицы Норагюха асфальтированы. Эти работы имеют продолжительный характер. В селе действует средняя школа, в которой получают обучение около 300 учеников, детский сад, медпункт и филиал школы искусства, где дети могут открыть в себе новые таланты. Здесь была также открыта лаборатория «Армат», которая способствует развитию молодежи. В Норагюхе есть все благоприятные условия для жизни сельчан, которые, в свою очередь, делают все возможное для процветания родного села. Снежана Агабекян, Харут Апресян, Хайкмедиа, село Норагюх, Республика Арцах. Вчера Европарламент принял резолюцию об уничтожении культурного наследия Нагорного Карабаха. Резолюция была принята 635 голосами «за», 2 «против» и 42 воздержавшихся. Приведем примеры нескольких выступлений евродепутатов. Президент Алиев пытается скрыть свои преступления, искажая историю. Сообщения и спутниковые снимки подробно показывают планомерное уничтожение Азербайджаном почти 100 средневековых армянских церквей, тысяч хачкаров, десятков тысяч надгробий. Президент Алиев пытается скрыть свои преступления, искажая историю, продвигая ложные теории албанизации и стирая армянские надписи с церквей. Европейский Союз должен высказаться, должен осудить культурный геноцид, совершенный президентом Алиевым, заявил член Европейского парламента от Швеции Чарли Веймерс. Кипрский депутат Костас Мавридис подчеркнул: «Европейский Союз должен обратить внимание. Мы видели это в Пальмире, Сирии, мы видели это на оккупированном Турции, Кипре, мы видим это в Карабахе. И это совершается Азербайджаном. Важно признать этот культурный геноцид, совершенный Азербайджаном против армянской культуры в Нагорном Карабахе», сказал Мавридис. В США также осуждают преступления Азербайджана. Джуди Чу, член Палаты представителей США, убеждена, что антиармянская пропаганда в Азербайджане приобрела очень опасный, радикальный и даже фашистский характер. Однако сломить дух армян не удастся. Джуди Чу сказала: «Я увидела в Арцахе гордых и сильных людей. Я знаю, что их дух не был сломлен после Сумгаитской и Бакинской резни, не будет сломлен и сегодня. Я горжусь тем, что поддерживаю армянский народ в его борьбе за свои права человека. Я едина с ними в неприятии насилия Азербайджана, который разрушил слишком много жизней». Напомним, что вчера Палата представителей США приняла законопроект, требующий отчета о возможности военных действий против Арцаха. Турки оправдали вандалов, громящих армянскую церковь. Турецкий суд оправдал вандалов, осквернивших армянскую церковь, передает турецкое интернет-издание «Дювар». Прокурор в обвинительном заключении потребовал приговорить их к 1 году лишения свободы. Но в постановлении суда говорится, что 3 человека просто не поняли, что ломают церковь, поэтому они не виноваты. Кто бы сомневался. Напомним, летом 3 турецких варваров танцевали на воротах армянской церкви Сурбтаковор и сломали крест. В Музее истории города Ереван открылась персональная выставка художественных кукол одного из интересных куклоделов Армении Ольги Мень. В экспозиции около 60 рукодельных кукол из полимерной глины и текстиля, созданных Ольгой за последние 6 лет на самые различные темы. Народный костюм, знаки зодиака, героини сказок, времена года, лесные нимфы, персонажи славянской мифологии и так далее. Уроженка Санкт-Петербурга Ольга Мень живет в Армении с 2015 года. Генрих Мхитарян занял 2 место в рейтинге УЕФА футболистов с постсоветского пространства. Экс-капитан армянской сборной провел 55 матчей в розыгрыше Лиги Европы. По этому показателю армянский бомбардир занял 2 строчку среди футболистов на постсоветском пространстве, сообщает официальный сайт УЕФА.
сделали лучше, чем обещали. Югстроимпериал.